Очередные таджикско-китайские антитеррористические учения состоятся с 8 по 11 августа в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, пишет «Азия Плюс» со ссылкой на собственный источник в Министерстве обороны Таджикистана. В учениях будут задействованы батальон солдат и офицеров мобильных войск Минобороны Таджикистана и одна рота китайской армии. Армейский контингент Китая пересечет КПП Кульма-Карасу на таджикско-китайской границе 7 августа. И даже дали срок, что они здесь прямо в Душанбе открыли свои представительства, видели землю и строили свои представительства. Напомним, что на сегодняшний день уже 48% внешнего долга Таджикистана приходится именно на Китай. Кроме того, горнодобывающая отрасль в стране почти полностью находится в распоряжении китайских компаний, в связи с чем многие эксперты бьют тревогу. В последнее время наблюдатели все чаще отмечают усиление военного влияния Китая на Таджикистан. Так, например, в феврале американская газета Washington Post выпустила материал о том, что пропускной пункт Вахон в Мургабском районе контролируется китайскими пограничниками.